ВУЗ меня очень много научил. Главное, он мыслить очень системно научил. Это мне очень помогло потом в дальнейшей работе, потому что после института был распределен Ижевский механический завод. И работал мы вдвоем с Ерыгиным, работали с Владимиром Александровичем, создавали спортивное оружие. Вот. Это очень большой опыт. Помню очень хорошо своих преподавателей в институте. Это, конечно, и Коновалов, Михайлов был декан у нас, ну, Юркин знаменитый, я по имени отчеству, к сожалению, сейчас не подзабыл, но это люди, которые оставили очень глубокий след в моей жизни. И я все еще часто вспоминаю это, и хочу сказать, что вот по истечению практически около 50 лет, то, что сейчас, если буду оценен этим званием, для меня это, наверное, самая высокая награда, хотя много есть наград российских, но это, наверное, главное, потому что институт – это практически жизнь, начало жизни.